Инесса, добро пожаловать на мой канал. В этом видео я с вами хочу поделиться своим мнением о системе Lubox. Год назад я показала вам, как можно быстро и легко построить брюки, буквально за 10 минут. И это в действительности так, это не занимает очень много времени, чтобы построить брюки по системе Lubox. Единственное, нужно вникнуть во все эти прибавки, надбавки, в эти все коэффициенты, но это не составит тоже особого труда. В своих видео я все очень подробно расписала, а также вы можете открывать описание, там есть специальные прибавки, все коэффициенты, и я думаю, то, что вы можете быстро и легко освоить эту методику Lubox. Итак, год назад я приобрела ткань, тонкая джинса, и из него я себе отшила брючки. Раскроила я год назад, но только сейчас у меня дошли руки до того, чтобы сшить это. Я осталась довольна этой методикой, брючки сели очень хорошо. На задних половинках брюк мы не делаем с вами выточек. И в действительности все смотрится очень даже хорошо и красиво. И я считаю, что с одной стороны выточки там и не нужны даже. Потом, в эту методику уже заложены припуски на швы, поэтому, когда мы кроим на ткани, сразу мы можем уже делать готовый крой и сразу же выкраивать. Но я бы все-таки советовала бы вам делать 1,5-2 сантиметра, если вы не уверены, то даже 3 сантиметра припуски на шов. Я имею в виду, это не внутри шагового шва, а, конечно, по боковым швам, когда вы можете потом это с легкостью все урезать. Я, получается, кроила свои брючки, я нигде не закладывала по сантиметру. И, так как я кроила год назад, сейчас мне, получается, по бедрам мне немножко не хватило, поэтому начинала я стачивать на 0,5, и потом уже уходила на 1 сантиметр при стачивании моих боковых швов. Брючки у меня идут немножко укороченные, с манжетой. Конечно, если вы хотите делать брюки подлиннее, то по модели мы добавляем с вами желаемую длину. Но в моем случае я хотела немножко укороченные брючки, поэтому я сделала их по своим предыдущим брюкам, которые я очень сильно люблю, и точно так же они у меня идут с манжетой. И сейчас я вам покажу сами брюки вблизи, как я их прошила, карманы, пояс. Вот так вот выглядят мои брючки вблизи. Получается, у меня идет здесь широкий вот такой вот пояс. Нижний пояс я продублировала. Такие вот у меня идут пуговички, пробивала я их сама. Здесь идет обычная застежка молния, тесьма молния, цвет ткани. При обработке тесьмы молнии я точно так же вот этими вот все части дублировала, чтобы придать уплотнение. Вот у меня идут карманы. Карманы у меня обычные, прорезные. Здесь вот у меня идет спушивание, чтобы вот эта вот вся не вывертывалась. И последнее, что я хотела вам показать, то что на моих брючках идет вот такая вот манжета. Ну, в принципе, я довольна пошивом осталась. Как бы все мне нравится. Все меня удовлетворило. Вот получается, у меня моя задняя половинка брюк, она идет абсолютно без выточек. Вот здесь вот видно, что нету никаких выточек, ничего, ни карманов, ничего я не делала на задних половинках брюк. Ну и в принципе сидят они отлично. Если вы боитесь конструировать, если вы боитесь шить, то я вас могу уверить, что система Lubox — это очень быстрая и легкая методика. У меня есть уже целых 2 видео по построению брюк, по построению плечевых изделий. Скоро у меня будет видео про юбку по системе Lubox. Поэтому не бойтесь, начинайте конструировать, это все легко. Поэтому, если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь, жмите колокольчик на уведомления, чтобы не пропускать мои новые видео. Пишите ваши эмоции, ваше мнение о системе Lubox, если вы уже пробовали что-то шить, работать с этой системой. Напишите мне, какой другой системой вы любите пользоваться, например, это может быть Мюллер или Цотшел. Поэтому всем до скорых встреч и всем пока-пока!